Кириенко Семен Семенов, Республика Казахстан, в синем трико Магомед Ибрагимов, Россия. А приглашаются Анзор Балтукаев, Россия, Саслан Цоев, Россия. Не-не, он трико пошел передавать. Я Семен Семенова снимаю. На ковер. Все, а ты чего? Саслан Цоев. Бери бал, Сёма. Бери, ну, пожалуйста. Мешок. Знаешь, какой классный. Знаешь, какой чувствительный. У меня один. В Монголии в финале он такие сбросы делал. Что ли, дали? Он боролся. Чё? Один, что ли? Я не знаю, что один дали Семёну. Тогда первый период выиграл Семен Семенов. Представляет команду Казахстана, город Алматы. Тебе даже фишку не стали выкидывать. А Семену 29 лет, мастер спорта международного класса. 18 лет занимается борьбой. Тренируется под руководством Аманжола Бугубаева, Бодимира Яковлева. А вот, нет, пошли руки. Семен Семенов, бронзовый призер чемпионата Азии. Чемпион Казахстана. А вон этот, главный. Ким этот сказал же. Кореец. С ним нельзя спорить, он тебя вообще дисквалифицирует на 40 лет. Ты чё? В синем трико борется Магомед Ибрагимов, Россия, Махачкала. Мастер спорта. Магомеду 27 лет. 10 лет занимается борьбой. Тренируется под руководством Садрудина Назрудинова и Маирбека Юсупова. Бронзовый призер международного турнира серии Гран-при Иван Ерыгин и победитель международного турнира на призы Александра Медведева. На ковре А в красном трико Анзор Балтукаев, Россия, Чеченская Республика. Мастер спорта международного класса. Бронзовый призер Кубка мира и чемпионата России. Его соперник в синем трико Саслан Цоев, город Владикавказ. Обладатель Кубка Европы 2011 года. Бронзовый призер чемпионата мира, победитель чемпионата Европы, трехкратный бронзовый призер турнира в серии Golden Grand Prix Иван Ерыгин.
Технически, да. Человеческий, не знаю, но все равно. Еще раз давай перечислим. Давайте перед... вместе. Я же тебе сказал, мы его добавили в прошлое, в прошлое. Мы за прошлое, вместо хороших спортсменов. Ну, естественно, сами наши спортсмены. Если мы хороших спортсменов, мы могли все прожить. С той стороны, то есть, Очень сильно.